Я, наверное, скорее спокойный, размеренный. То есть я, если мне даже говорят какие-то вещи такие, которые могут взбудоражить, я стараюсь их воспринимать спокойно, со спокойствием, и об этом прошу всегда Всевышнего, чтобы мне он дал смирение. Принимать мудро головой, не нервничать, потому что даже если ты будешь нервничать, ничего не изменится. Ты просто себя будешь как-то заводить, мне кажется. Сейчас, на данный момент, я спокойный, но был и неспокойный. Моя профессия – бокс, да, боксировать. Она занимает очень много времени, тренировки, разъезды, вот час промо, да, и все остальное. Но когда у меня появляется возможность, и мне не надо ничего делать, то я дома с детьми. У меня трое великолепных детей, любимая супруга. И мне хочется находиться с ними. Вот. Я пишу стихи, я читаю. Вот я провожу время с детьми, с близкими. Ну, мое хобби – это бокс. Я так думаю. Потому что, знаете, как говорится, нет ничего лучше, чем иметь любимую профессию и еще из этого зарабатывать. Вот я благодарен Всевышнему за то, что он мне дает. Я не знаю, дает вот то, что я имею. Ну, это Мухаммед Али. Это вот с самого детства. И, не знаю, ну вот мой вот такой близкий-близкий вообще, это Ломаченко. Самый важный момент, это, наверное, делать все, что говорит тренер, то, что вы запланировали, и не отступать от этого. Не сдаваться, делать до конца. Как бы ни было тяжело, надо идти всегда до конца. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который что-то сделает для людей. Не то, что я сделаю для бокса или еще что-то, что я сделаю для людей. Ой, это сложно, потому что я очень самокритичен к себе. Какой боксер? Да обычный боксер. Веселый. Вот так бы я сказал. Ничего ценнее, чем олимпийская медаль. Мои дети ценнее, вера моя ценнее. Олимпийской медали. Но если сравнивать пояс и медаль, то медаль ценнее. Я чувствую радость, адреналин. Я чувствую, что сейчас начнется шоу. Фу! И оно пошло.